задача буквально чуть-чуть потерять опору и сразу вернуть. Из атрибутов только лыжи и позитивный настрой. Все студенты, а также все желающие, отметили праздник Святой Татьяны в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха тренировкой на свежем воздухе. Все желающие могут бесплатно приехать на тренировку, научиться кататься коньковым стилем. Также на трассе есть у нас прокат, то есть если даже у кого-то нет своих лыж, на трассе Ларисы Лазутиной есть 3 проката, где каждый подберет для себя инвентарь. Дмитрий провел легкую разминку на 10 минут и показал специальные упражнения. В программе улучшение техники коньковым стилем, а также разбор коньковых ходов. Дальше отработка всех движений. Мы первоначально обучаем коньку, потому что это более легкое движение, классика намного сложнее. Первоначально вот едет спортсменка, мы учим правильно отталкиваться за счет передней части стопы, чтобы мы лыжей разрезали снег. Ирина со школы каталась на лыжах, но сделать свой уровень более продвинутым ей помогли именно тренировки в парке. Расти в любимом виде спорта – это важно, уверена лыжница. Именно в этом году как-то для себя открыла по-взрослому лыжи, когда можно прийти на занятия с тренером, можно позаниматься и стремиться к каким-то новым результатам, а не просто погулять в удовольствие. Тренер уверяет, что научиться уверенно ходить на лыжах можно за 2-3 тренировки. Ну а заниматься бесплатно можно каждый вторник в 19:30 на Лазутинской трассе. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».